Друзья, здравствуйте, с вами Фарнакс. Мы привыкли, что финские электрокаменки считаются лучшими на массовом рынке. Так, возможно, и было до недавних событий. Но сейчас, если и удастся найти их в продаже, то цена явно заставит задуматься о поиске аналога. Мы с радостью обнаружили, что достойные российские предложения все же есть, и спешим рассказать о них. Да, появились две линейки электрокаменок. У нас была одна линейка электрокаменки Visa, она достаточно материалоемкая, она выпускается давно, ее может быть, наверное, там, можно назвать классикой, а кто-то назовет ее несовременной, но вот мы опять-таки к математической формуле подходим необходимо и достаточно, имеем перед глазами финские образцы, имеем классные станки, материалообработку крутую. И вот сейчас сделали две модели, которые самые популярные на рынке. То есть маркетинг говорит о том, что самая популярная на рынке — это цилиндрическая модель и настенная модель до 9 кВт. Дальше все начинают эти модели делать без управления, вот, и потом уже приходят к управлению. Мы нашли хороший термостат, такой приемлемый таймер, и начали наоборот с модели встроенного термостата и таймера. На российском рынке с термостатом делают, а вот с таймером есть вопросик, не все удосуживаются выполнять вот это требование сертификационное. Мы решили сделать и выполнить оба требования. Внешний вид, вот металлообработка, должно быть на самом классном уровне. Будет еще контроллер, прикольный, классный контроллер будет с возможностью подключения удаленного управления там, через Wi-Fi, через GPS. Пока концептуально это блок индикации, который соединен проводом с силовой частью. Вот по этому пути идти приятнее всего. Думаем, что вот побеждать всех будем такой моделью, базовой. Отлично. Ну, мы желаем вам успехов. Спасибо. Очень ждем новинки в наших магазинах. Так что следите за новостями и обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну и до встречи. Счастливо. Счастливо.